В Хасавюрте ужесточат ограничительные меры в дни праздника Ураза-Байрам. Так, в период с 20 по 24 мая в городе будет усилена работа контрольно-пропускных въездных пунктов, а крупные продовольственные рынки и оптовые торговые базы будут полностью закрыты. Отмечается, что принимаемые меры направлены на недопущение массового пребывания людей на городских рынках в предпраздничный период, что может привести к нарушению режима самоизоляции и росту заболеваемости. При этом продовольственные магазины и супермаркеты будут функционировать в штатном режиме.